Покидаю я вас с тревожным сердцем. Как вы тут без меня будете, а? Давайте! Привет, Лань. Хочу тебя обнять. Обними. На Чернобыльской атомной электростанции складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Реактор находится в подкритическом состоянии. И если достаточная часть топлива попадет прямо в воду, произойдет новый выброс радиоактивных частиц. Он накроет и Киев, и Москву, и Европу. Поэтому воду необходимо откачать. Там затоплено все горячей водой. А вы когда-нибудь погружались в кипяток? Про критические температуры знаем. Высокая температура в замкнутом пространстве — это не то же самое, что бассейн с чистой водой. Инженеры в такому не готовят. Для исполнителей предусмотрены премии. Все под контролем генерального секретаря. Погружаться к задвижке. Это же билет в один конец. Мы людьми рисковать не имеем права. А теми людьми, которые сейчас в Киеве к 1 мая готовятся, мы имеем право рисковать. Вдох. 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 Валера, из-за чего эта хреновина рванула? Из-за людей. А каких именно людей? Да какая разница?